Всем привет! Это рубрика «Автоответчик», и сегодня, зритель, мы делаем дом безопасным для ребенка. Нет, правда, безопасность важнее всего. Что нам посоветуют люди на улице? Нанять хороших строителей. Как самому построить. Надо много вещей попрятать. Жить в контижаспе. Безопасность — это, ну, как бы ты не безопасовал ребенка, но думай, ребенок, что он где-то что-то провернет. Не рожать ребенка. Ну, детям не нужно давать то, что не нужно, чтобы как бы игрушки были на нужных местах. То есть, ну и постоянный контроль родителей, потому что без этого никуда. Да, весьма забавно. Тогда обратимся к интернет-поисковикам. Может, они в курсе? Загуглим, как обезопасить дом от ребенка. Ой, то есть наоборот. Хотя... В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Вау, ну что тут скажешь? Автоответчик советует обезопасить не ребенка от дома, а дом от ребенка. Прячьте подальше кошек и муку. Подписывайтесь, присылайте волнующие вас вопросы. А с вами был Денис Жупник. Покеда!